Друзья, всем привет! На обзоре две вот такие модельки Rolex Digest 36 мм. Данная модель выполнена из часовой высококачественной стали в комбинировании золота и серебро. Такой золотой безель идет, крона золотая, среднее звено. Это ПВД покрытие, оно не тускнеет, цвет не теряет, можете не переживать. Корпус отполирован до глянца. Шикарные модели в качественном исполнении. Модельки механические, на автоподзаводе. Стрелочки метки на модельках с люмом. След идет. Очень красиво будет смотреться на руке. Все надписи на часах имеются. Для заказа обращайтесь на наш Авито или в телеграм-канал. Ссылку оставлю в описании видеоролика. Сейчас вам покажем люм. Такой люм на данной модели. Очень круто выглядит. Давайте к следующей модельке приступим. Данная модель полностью выполнена из часовой высококачественной стали в серебре. Корпус отполирован до глянца. С белым циферблатом, стрелочки метки с люмом. На часах стоит японский механизм Миота. Сапфировое стекло, устойчивое к царапинам. Успевайте заказывать, в наличии по одному экземпляру. Такой браслет идет, крепление идет под метод сатинирования стали, среднее звено под полирован до глянца. Все надписи на часах имеются также. Застежка клипса. Сейчас вам покажем люм. Также, друзья, у нас много в наличии шкатулок разных брендов. Также есть не брендовые, по ценам наличия уточняйте, мы подскажем. Также можете скидывать ваши варианты часов, которые вы хотели бы приобрести. Мы подскажем. Такой люм на часах, шикарно выглядит. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Всем хорошего дня.